Щите завершилось расследование дела о взяточничестве бывшего директора МП дорожно-мостовой ремонтно-строительное управление Алексея Котова. Ему грозит до 15 лет тюрьмы. По версии следствия, в 2021 году Котов получил в качестве отката за заключение контракта на поставку оборудования, сумма которого составила 52 миллиона рублей, автомобиль Lexus RX300 стоимостью около 4,5 миллионов. Котову грозит до 15 лет лишения свободы со штрафом в размере до 70-кратной суммы, сообщили в пресс-службе Следственного комитета. Напомним, что Котов был арестован в апреле этого года. Тогда в офисе ДМРСУ и в его квартире были проведены обыски. Уголовное дело было возбуждено по статье 290 части 1 «Получение взятки в особо крупных размерах». Оперативную разработку вели сотрудники ФСБ. Уголовное дело направлено в прокуратуру. Обвиняемый признал свою вину и находится под домашним арестом.